каши, значит, можно извлечь какую-то пользу для себя, спросив, я честно отвечу. И изумлению нашего не было предела, когда после этого люди, которые занимаются организацией вот такого рода выступлений, неожиданно у нас там 30 с лишним или 40, 30 с лишним, около 40, вот 34-й был Новосибирск, где, собственно, начался весь там конфуз целый с этими кстати, этот вопрос был наказан. Вечер, почему в Новосибирске стрижен, непонятно. Вот. И оказалось, что это самый востребованный жанр.